Уважаемый Владимир Владимирович, я, супруга оппозиционного украинского политика, народного депутата Украины Виктора Медведчука, обращаюсь к вам с просьбой о помощи в обмене моего мужа, незаконно задержанного киевскими властями по политическим мотивам. Виктор Медведчук дал свое согласие на его обмен и выдачу на территорию Российской Федерации в случае достижения российской и украинской сторонами соответствующих договоренностей. Многоуважаемый Владимир Владимирович, прошу вас о помощи. Вы прекрасно знаете о том, что судилище, устроенное над Виктором, не имеет ничего общего со здравым смыслом и является ярким примером неправовой расправы над неугодным политиком за его последовательную, принципиальную и открытую позицию. Я, Оксана Марченко, не верю в возможность справедливого суда в процессе с участием Виктора Медведчука. Понимаю, что могу попытаться спасти его, предложив обмен. По этой причине я обратилась к родственникам, сдавшихся в плен вооруженным силам России и ДНР, подданных Великобритании, Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой инициировать обмен. Но важно и другое. Жизнь моего мужа так же дорога мне, как и жизнь тысяч узников СБУ, которые сейчас томятся в ее застенках. Людей забирают только за то, что они выражают свою позицию и говорят правду. Среди них много известных людей, таких как украинский писатель Ян Таксюра, историк Александр Каривин, братья Кононовичи, журналист Юрий Ткачев, бывший депутат Олег Новиков, депутат Мариупольского горсовета Владимир Клименко, политический эксперт Глеб Ляшенко и многие-многие другие. Я прошу вас приложить все возможные способы для освобождения этих людей. И, конечно, моего мужа. С надеждой и уважением, Оксана Марченко.